Компания Aston Martin объявила о выпуске эксклюзивной серии модели Vanquish S Red Rose Edition, посвященную пилотажной группе Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Эксклюзивная серия Vanquish S Red Rose Edition, как и самолеты пилотажной группы, окрашена в ярко-красный цвет специального оттенка Eclat Red с дополнительными черными акцентами. Кузов машины обзавелся новым полностью карбоновым обвесом, а на крышу, которая также изготовлена из углеволокна, нанесены символические стрелы пилотажной группы. В отделке салона использованы темно-зеленые оттенки, которые похожи на цвета военной формы пилота ВВС Великобритании. В качестве силовой установки на Red Rose Edition используется бензиновый мотор объемом 6 литров мощностью 603 лошадиные силы, работающий в паре с 8-скоростным автоматом. Привод на машине задний. В комплектацию машины входят гоночные шлема, комбинезоны, а также набор фирменной одежды и сумок. Всего будет выпущено 10 экземпляров эксклюзивной серии Vanquish S Red Rose Edition. Причем 10 экземпляр будет продан на специальном аукционе, выручка от которого поступит на счет благотворительного фонда поддержки членов семей военнослужащих ВВС Великобритании.